На углу улиц Мирной и Знойной на территории общего пользования предприниматель самовольно установил точку общепита. Здесь же торговал суррогатом. Разрешительных документов ни на установку объекта, ни на алкогольную продукцию у коммерсанта нет. В ходе мониторинга сотрудниками управления муниципального контроля администрации города выявлены незаконно установленные некапитальные объекты в черте поселка Витязева. В данный момент эти объекты демонтируются на основании решения межведомственной комиссии. Один из объектов – это объект общественного питания. Второй – это торговый павильон по продаже фруктов и овощей. Несмотря на противодействие предпринимателя, нелегальная точка общепита демонтирована и вывезена на специальную стоянку для хранения. По решению межведомственной комиссии будет демонтирован и торговый павильон, который нелегально установлен на территории общего пользования. Фрукты и овощи здесь продавали незаконно. И это лишь часть объектов, которые пойдут под снос. Следующие объекты будут демонтированы на проезде Александрийском. Объекты общественного питания, различные экскурсионные павильоны и торговые точки. Весь проезд будет очищен, и все объекты будут вывезены на штрафстоянку по решению межведомственной комиссии. В ходе ежедневного объезда курорта специалисты управления муниципального контроля выявляют на территории общего пользования незаконно размещенные торговые точки. По каждому факту возбуждается административное производство. Пакет документов направляют на рассмотрение административной комиссии, которая определяет сумму штрафа и сроки демонтажа нелегальных объектов.